нас помогла сушилка. Вот здесь. Нет. Подожди, дай покажу. Она вот такая должна быть. Одна с этой стороны, подожди. Ай, молодец. И одна с этой стороны. Здесь оба отломались. Сейчас мы попробуем что-нибудь придумать. Для этого мы приобрели вот такой шланг. Внутри имеется металл. Мы сейчас вот это снимем и вместо них поставим этот. Посмотрим, как это у нас получится. Если нормально получится, это хорошо. Раз. Это тоже снимем. Это тоже снимем. Их уберем. Они же не нужны. Мусор. Ненужный мусор. Сейчас мы возьмем. Вот так. Попробуем надеть его. Это вот столько надели. Сейчас надо будет его загнуть. Пришла помощница. И сейчас вот здесь тоже отпилим. Одну сторону подготовили, сейчас надо будет подготовить другую сторону тоже, вторую. Сейчас на эту сторону тоже оденем. Для этого надо будет снять. Раз. Они легко снимаются. Вот мы закончили. Вот ножки. Вот эти саморезы надо затянуть. Все, все. Вот так берем одежду и сушим здесь. Вот. Скажи, патик. Патик. Патик вверх. Патики. Патик вверх скажи. Патик. Лайк скажи. Лайк, поставьте лайк. Байк. Байк. Все. Байк, патик. Патик. Байк. Все. Видите, можно вот так сушить одежду. Да? Да. Да, все, пошли.